Hello, people! Снова мы. Александр Васильевич, скажите честно, специально поставили музыкальный фристайл? Вы же знали, да, что армавирус с древнекраснодарского переводится как музыкальный фристайл? Ну нельзя ж так в открытую нам подыгрывать. Не, ну мы все равно решили нашим соперникам дать шанс. Вот, и специально привезли из армавира менее талантливых людей. Вот, например, встречайте Валерий Бюджетов. Добрый вечер, господа, а это значит... Здорово! Здравствуйте, Валерий, чем вы занимаетесь? Я первый исполнитель в жанре бюджетный шансон. А что такое бюджетный шансон? Ну, это песня о том, что воровать из бюджета — это плохо. И об этом моя песня. Я с детства подружился с госбюджетом, и его объем мне голову вскружил. 2 миллиона! И вот однажды знойным жарким летом я от него кусочек отпилил. 900 тысяч! Это и вся песня? Зачем вы меня остановили? Я вас не останавливал, вы сами остановились. Да в том-то и дело, что я не остановился. Подумал я, что этого мне мало, и снова руку запустил в бюджет. 900 тысяч! Тогда еще не знал, что скоро сяду на очень-очень-очень много лет. Конфискации! Так получается, из 2 миллионов вы украли 1 800 000? Эта мысль мне тоже не давала покоя. Для нужной суммы не хватало 200. И знал я точно, где их можно взять. На работе. Но не успел открыть я дверцу сейфа, как в кабинет мой начали стучать. А почему вы дверь не открыли? Я сжигал улики. Сжигал лимон в камине заграничном. Сжигал лимон, а в дверь стучал ОМОН. Суть этой песни – не воруйте деньги. Причин на это ровно 1 000 000. Представляете, у нас весь город музыкальный, весь, да. Вот на днях даже Дробыш звонил, говорит, давайте я ваш город по другим городам с гастролями повожу. Кстати, у нас же музыкальная гимназия есть, да, очень хорошая. Вот директор музыкальной гимназии сегодня с нами приехал, встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Подождите! Так почему вы моего сына выгнали со школы? Да потому что он, у него слуха нет. Слуха нет? Коля! А? Ты кого надурить пытаешься? Да поймите, какая ему музыка? Он элементарных вещей не знает. 2 + 2 сложить не может. Может. Ответ, правда, неправильный получается, да. Коля, давай, 2 + 2. Четверг. Вот, уже ближе, хотя бы на че. Давай, думай, ага. Так, почему сына выгнали со школы? Вы понимаете, он не ходит на занятия. Целыми днями за школой ходит, эти рэп-баттлы свои читает. Зато не курит. Не, мам, мы курим. Мы ради этого там и собираемся. Так, ты считай, давай, давай. 2 + 2. Сибирь. Холодно. Возвращайся обратно к четвергу, ага. Женщина, ну зачем вам эта музыка? Послушайте, мы что, ему зря барабан покупали? Он целый день ходит, в него барабанит по дому, нас соседи ненавидят. Сверху топят, снизу поджечь пытаются. Хорошо, что одновременно. КПД 0. Так, давай, соберись. 1 + 1. 4. Эй, рано я условия поменяла. Женщина, хорошо, мы возьмем его в музыкальную школу, но только на платной основе. На платной основе, мы согласны. Денюжка у меня есть. Я за него алименты от 3 разных мужчин получаю. Ага. Так, Коля, ты готов? Давай, 2 + 2. 4. Да ты че? Шучу, 170. Вот ты балбес, а! Александр Васильевич, Леша врет. На самом деле не все так музыкально в армавире. И у нас есть для вас 2 новости. Одна хорошая, другая плохая. Хорошая то, что у нас есть рэп-группа, а плохая, она плохая. И сейчас придет на эту сцену. Встречай легендарное возвращение группы Shadow of the Sky!
Пушка! Пуля, пуля. Здоров, бро. Привет, чувак. Как всегда, руку не дает. Помнит, да. Помнит. Так, короче, пойте одну песню и валите отсюда. Слышь, бро, ты с нами так не разговаривай. Мы вообще-то звезды, да. Мы даже стадионы убираем. Может, собирали? Нет, братан, мы знаем, что мы делаем. Да. Поехали, первый трек давай. Поехали. Этот трек про МОК. Да. Международный олимпийский комитет. Не, про гидромедцентр. Да. Поехали. Что ж вы, сволочи, себе позволяете? А, не, про Международный олимпийский комитет, точно, да. Да, да. И неправильный прогноз погоды объявляете? А, не, про гидромедцентр, точно, да, да, как было изначально. А потом нас на Олимпиаду не пускаете. Слушай, братан, давай для себя определимся, кого мы больше ненавидим. А то мы этот рэп никогда не допоим. Да, точно. Пушка! Так успокойтесь, я сейчас вас на 15 суток посажу. Братан, ты нас пугаешь теплым помещением с трехразовым питанием. Мы согласны. Конечно. Так пошли вон отсюда, быстро. Бро, подожди. Мы реально классный коллектив. Да. Мы можем выступать прям на разных мероприятиях. Да, как на веселых, так и на грустных. В смысле? Смотри, слушай, поехали. Такой красивый, но перестал дышать. Вы что, с ума сошли такое петь, а? Ваш рэп вообще полная фигня, понятно? Ха, братан, не рассказывай нам за рэп, мы в рэпе не первый день. Второй? Нет. Третий? Нет. Бро, еще пару попыток, он угадает. Пусть пытается. Так пошли вон отсюда. Да ладно, ладно, все, бро. Последний трек, который понравится всем. Поехали. Всем. Два нуля, три четверки, две единицы. Да, записывайтесь в моей мамке на ресницы. Юля принимала для мозга пилюли. Закончились пилюли у Юли в июле. И вот бегает по площади Юля вместе с голубями. Гули, 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 гули. Так, успокойтесь, успокойтесь быстро. Я сейчас подкрепление вызову. Что, серьезно? Скажи, пусть подруг возьмут. Пошли вон отсюда, быстро. Дорогие друзья, на самом деле мы вас обманывали. Никакой Армавир не музыкальный город. Да. Ну и что, что не музыкальный? Зато мы в нем живем как по нотам. Спасибо. С вами была команда КВН «Русская дорога», сборная КПУ.